закончила свой майский заказ. Тут у меня две коробки. Вот эта коробка вот прям долгожданная коробочка. А здесь у нас два в одном, швабра с ведром. Так, как она называется? Комплект для легкой уборки из плоской чудо-швабры и двухкамерного ведра. Два в одном. Сейчас буду разбирать, тестировать. Прям сама очень ждала с нетерпением сейчас, поэтому буду дома уборку делать. Ну а пока, хочу вам показать, что я заказала майским заказом. Это, конечно, вот этот шикарный комплимент, который у нас был в конце мая, да, заказываешь и в любом неограниченном количестве получаешь ароматы со скидкой 60%. Вот, это парфюм, французский парфюм. У меня был крем, вот такой вот ароматизированный. Классный вообще аромат у него. Парфюмированный крем, да. Теперь я заказала со скидкой себе вот такой аромат, парфюм. Буду теперь наслаждаться. Так, дальше. Это, конечно, прокладки. 100% натуральные, из бамбукового волокна с анионовым чипом. Да, я про них рассказывала, то что для здоровья женщины они очень-очень важны, поэтому, ну, останавливаться на них не буду. В общем, пользуюсь вот такими вот Биоси Интим. Так, дальше. Это моя пенка для умывания. Пользуюсь именно вот этой вот серии 30+ пенка для умывания. Так, это гели для душа. Но сейчас у нас лето, мы и зимой пользовались хорошо, да, но сейчас прям в улет они у нас уходят, потому что купаешься каждый день, да, а и здесь натуральный на 90% продукт, он безопасен, хоть купайся там в день по несколько раз, да. Пряная мята называется. Но я их взяла 4 штуки. Так, это у меня здесь лайм еще. Лайм или как он называется? Да, экзотический лайм. Так, еще разных видов. Это у нас грейпфрут. Так, и еще это как называется? Морской бриз. В общем, они все шикарные. И у нас есть свои любимчики, да? Вот это я люблю. Девочки, конечно, любят вот грейпфрутом, да, потому что у него такой фруктовый запах, аромат. Вот это такой нейтральный. Нейтральный аромат. Ну и вот это освежает, конечно, очень хорошо. Так, дальше. Вот это, знаете, что? Зонт. Я вообще думала, что акция с зонтом. Ну, у нас для директоров есть акция. Точнее, она была ранее. Акция для тех директоров, кто свой статус повышает, либо удерживает. Да, и для них компания делает вот такие вот подарки. Первый подарок это был зонт, но его отменили. Я думала, что я не попала, оказывается, я попала под эту акцию. И вот мой первый подарок, это зонт. Потом раскрою, покажу, как оно вообще выглядит. Но я прям так приятно удивлена, потому что я не ожидала, я думала, что я опоздала, не успела. Но классный зонтик. Так. Теперь это у нас протеиновый коктейль, который на 86% натуральный, да, и с таким вот витаминно-минеральным составом. Комплекс суточная норма тут всех-всех витаминов и минералов. Вот смотрите, какой тут состав. Обожаем мы его всей семьей. Девочки любят вот банановый. Он у нас трех вкусов: банановый, клубничный и шоколадный. Ну, девочки прям обожают вот этот вот банановый. Так, дальше. Это у нас новиночка. Новинка. Роликовый дезодорант. Так, я его сейчас не открою. Давно мы его все ждали. Да, у нас до этого был спрей дезодоранты только. А вот теперь в серии Intim у нас появился роликовый дезодорант, который на почти 99% натуральный. Буду пробовать, буду тестировать. Но уже у девочек классные отзывы. Я вот только вот добралась до них. Так, теперь у меня здесь вот также по комплименту с ароматами, да, я взяла три аромата. Вот это еще вот.
биосей. Не пробовала вот именно вот эти серии, не пробовала. Так, у меня еще должно быть. Вот. Взяла их две штучки. Это вот все хвалят вот именно вот эту серию. Тоже взяла себе попробовать. Два аромата как раз на лето. Они будут очень-очень даже, кстати. Тем более со скидкой, да? Здесь у меня омега-3 для деток. Детская омега. И легкость очищения я решила еще раз попробовать, потому что в прошлый раз не довершила комплекс очищения. Теперь еще раз хочу попробовать. Так, и жидкое мыло, которое у нас, кстати, тоже в улет уходит. Пользуемся. Каждый заказ мы, он есть. Вот такой вот у меня заказ. Ну а сейчас буду тестировать и вам показывать вот это вот чудо-швабру.